На ковер Омского дворца художественной гимнастики готовится выйти юные грации со всей Сибири. Волнение перед выходом вполне объяснимо. Лучшие из лучших в индивидуальном и групповом многоборье попадут на первенство России. Здесь об этом каждая мечтает. Кристине Величко из Омска 12. В гимнастике с самого детства. И об этом нисколько не жалеет. Скорее наоборот. Намерена профессионально заниматься спортом. Как настоящий спортсмен, предельно самокритична. Ее комментарии после упражнения с обручем. Вообще, как бы можно было бы сделать и лучше, но всякое может быть. Мы учимся на своих ошибках. И я очень сильно хочу попасть на Россию с этих соревнований. И дальше проходить в сборную и покорять новую вершину. В первенстве Сибирского федерального округа в эти дни принимают участие около 150 юных гимнасток из Омской, Новосибирской, Иркутской, Кемеровской, Томской областей, Алтайского, Красноярского и Забайкальского краев, Республик Алтай и Тыва. По традиции хозяйки соревнований лидируют. К нам приезжает тренер Вера Ефремовна, она нас тренирует перед соревнованиями всегда, и мне кажется, что это нам помогает. Они все волнуются, мы, конечно, тоже волнуемся. Но у нас от Омска девочки 4 уже точно попали, потому что они стали членами сборной России по прошлогоднему первенству России. А вот мы еще хотим, чтобы у нас еще человек 6-7 попали в сборную команду Сибирского федерального округа. За торжеством грации и пластики омичи смогут наблюдать до 17 января. Тогда же станут известны имена лучших спортсменок, чья мечта показать свое мастерство всей стране исполнится уже в феврале на первенстве России.